А теперь перед вами выступит детский оркестр юных скрипачей и флейтистов, учащихся детской музыкальной школы при Сухумском государственном музыкальном училище имени Алексея Чичева и школы искусств города Сухум номер 1 имени Константина Ковача. Хочу особо отметить, что за те годы, которые мы проводим несколько детских музыкальных проектов параллельно, это и музыкальный абонемент, и конкурс юных пианистов имени Алексея Чичева, и парад концертов, количество детей, которые стали приходить в музыкальные школы, значительно возросло. И, кстати, идут они теперь уже не только в класс фортепиано, что раньше чаще всего бывало, то теперь все охотнее дети учатся в классе струнных и духовых инструментов. И выступление этого оркестра – яркое тому свидетельство. Для вас они исполняют абхазское капричио Чингелия, которое своим жизнерадостным, веселым, игривым характером вполне соответствует этому жанру, так как слово «капричио» в переводе с итальянского означает «прихоть», «каприз». Итак, встречайте самые юные участники сегодняшнего концерта – детский оркестр. Не правда ли? А теперь обо всех тех, кто подготовил для вас этот шестой музыкальный абонемент. Государственный камерный оркестр Абхазии, главный дирижер Давид Терзян. Государственная хоровая капелла Абхазии, главный дирижер Народной артистской республики Абхазии Нора Адинджел. Сочинский муниципальный оркестр. Детский оркестр музыкального училища имени Чичева и школы искусств Ковача. Педагоги. Заслуженная артистка Республики Абхазия Ольга Хагба, Ирена Акуджава, Марина Великанова. Солисты. Лауреат международных конкурсов «Нана Черкезия». Солист Мариинского театра, лауреат международного конкурса Алексей Шаповалов.
Спасибо. Партия арфы. Юные флейтистки Мария Синьковская и Валерия Алёхина. Заслуженные артисты Республики Абхазия Райко Шакая. Заслуженные артисты Республики Абхазия Руслан Габлия. Родион Хагба. Асида Шакая. Кесоу Хагба. Руководитель проекта, заслуженная артистка Республики Абхазия Нинель Бжания. Учредители абонемента Министерства культуры Республики Абхазия и Сухумское государственное музыкальное училище. Уважаемая публика, спасибо за внимание, всего доброго. А вас, дети, ждем на следующий, 7-й музыкальный абонемент.